Всем привет, с вами Марс. Как вы уже поняли, по первой части мы проходим дополнение к Скайриму Даунгард. И буду я его делать ровно по частям, то есть в первой серии у меня было вступление, то есть я только прибыл в Даунгард. Теперь, опа, в этой серии я буду зачищать крипту. Что ж, пожелайте мне удачи. Я постараюсь в третьей серии исправить те проблемы с перевесом, из-за чего я не могу ходить, и из-за чего я в основном пользуюсь годмодом. Но вы же не сильно серчаете на меня из-за этого, да? Ой, блядь. Ты чего? Спокойно. Не надо нервничать. Блять, придурки. Я ж только что пришел. Нам. А, проседание ФПСа. Мать твою, что творится? О, жопа. Че же оно так просело-то? Что происходит? Я была в банде, которая скрывалась в этих развалинах. Мой приятель встряхнулся и стащил меч главаря, а обвинили во всем мире. Ясно. Лично мне тут делать больше нечего. Хочешь, чтобы порошок разобрели этих болванов? Мне плевать. Только под ногами мне не мешайте. Да, блин, пошел в крипту. Ну ладно. Хули нам, пацанам. Зачистим, значит, две крипты. Причем, так как я их зачищаю, это будет очень-очень быстро. Проблем, думаю, ни с одними, ни со вторыми, ни с третьими не возникнет. По словам той леди, там простые бандиты. Фу, ну ладно. Да ладно вам! Блять, сука, у вас, успокойся. Козёл. Долбаный мах. Ты чё меня пугаешь так, скотина? Вряд ли, конечно, меня можно напугать с годмодом, но все равно. Выскочил всё так. Подонок, подонок. Нормально? Ага. Тут какая-то секретка, да? Такое. Я самого адепта открыть не могу. Прочитать, читайте. А что тут есть?
проблема, да? Окей. Я это все буду читать во время кодирования. Пацаны! Не очкуйте, все будет нормально. Вот это я косой, ёпта! Один готов. Вот говно. Нихера себе, я такого даже не ожидал. Иди сюда, дебил. Куда? Братишка! Да ладно тебе! Нихера себе. Ну ладно. Тебя не спрятаться. Ты меня не прячь. Вот ты. Да, я тут. И что я сделал? Поворот был, да? Нет. Блин, куда идти я потерялся? Я думал, это правильный ход. Мимо! Что это было? Нихера себе! Я есть! Ой, вот так вот! Вот молодец! Хорошая девочка. Все, лежать. Я уже напрягся. Так, без головы. Дальше. Попал. Фу, да не, вроде все нормально. Серебряная руда, о каком золоте речь? Да, блин, зря я сказал. Что это будет быстро? Что это простые бандиты? Ну ладно. Ладно. Сейчас убью всех. Тем более, что бояться мне нечего. Вынуть меч. Ты что, умер? Ну ладно. Ой. А я знаю, что это за место. Ой, бляди. Умри, сука! Умри! Умри, нахер! Умри! Фу, все, все нормально. Все? Тут ничего нету, нет? А, ну, все. Такой вот квестик. Я думаю, выхода тут второго мне не дадут, да? Да.
Ладно. Увидим. Вот, собственно, и все. Мы выбрались отсюда, теперь продолжаем наш путь. Наш путь ведет нас. Куда он нас ведет? Черт. Я потерялся, по-моему, очередной раз. Блин. Угу! Лучше я от камня пойду. Потому что... Ну ничего, квестик такой был довольно непростой. Именно по сюжету, потому что сюжет в этом квесте был определенно хороший. Он заключался в том, чтобы... Что воры, то есть мародеры, вот эти вот бандиты, залезли в крипту. И сперли оттуда. Ебать! Конечно, моя. Сдохни, отца. Залезли в крипту и украли оттуда меч. Меч этот охраняла мать Дымок. И она их прокляла, и, короче, начался такой вот... Твою мать! Все. Начался такой вот суматоха. Мать Дымок их всех прокляла, и... Вождь ихний умер. На мать дыма. Да мать вашу. Прошу прощения за читы, но хочется как бы побыстрее туда добраться. А мне не получается, мать вашу. Вот. Мать дыма их прокляла. И не все должны были умереть. Но я вернул меч и убил мать дыма. Ну, естественно, по дороге загасил всех бандитов, поэтому ее проклятие осуществилось. Все. Собственно, мы зашли в эту крипту. Уже по нашему основному квесту. Рыцарей Дангарда. Теперь будем вырезать вампиров. Попал. Попал. Прекрасно. Ой. Твою ж мать! Ты что такое милое? А? Гончие смерти. Ух ты, твою мать. Дозорный талант. А, дозорный стандарт. Ну, подожди, что у тебя было такое? А, молот искр. Кого ж то я убил такого? Таких. Кровавый вампир. О! Доспех вампира. Тебя тоже? А ну-ка. Может, он мне больше понравится, чем одежка того охранника. Блин, прошу прощения, где она? А вот. Говно мое лучше. Блин, где броня? А вот. Я ее еще потом закачаю. Все будет нормально. Фак. И что я пропустил?
Хорошо. Как мне туда попасть? Простите за этот минутный затуп. Извините. Ну вот, все разрешилось. Вот этот вход. Вот он. Видите? Да я затупил. Такое будет случаться. Вот. Рычажок. Открываются двери. Все прекрасно. Видите? Поэтому волноваться не стоит. Это дополнение далеко из не очень очевидно, потому что тут есть такие квесты. Короче, вы сами убедитесь в этом. А сейчас просто смотрим. Продвигаемся вперед, в моем случае. Нет, показалось. Ебать! Твою мать. Вот, вампирша. Вампирша? Да, вампирша. Так, стоять. Пуф! Смешно, что ли? Так. Вроде все нормально. Еще не то взял. Ну ладно. Продвигаемся, пока без проблем. Так, светящиеся грибы. Чувствую. Простите, опять. Ой. Нихера себе. Вы пободайтесь там пока. Не понял. Я тебе 3 стрелы в голову всадил, сволочь. Ты как выжил-то? Ладно, ладно. Пишем это на то, что я попадал в броню. Там. Сюда вот, например. Врага. Насрать. Так, пробираемся. Блин, мрачно тут. Темно. Фу. Скорее мне обычно в подземельях светло. Ничего не боюсь. А тут, наверное, что, факелы придется брать. Или что? Вижу. Заснула. Ой. Скелет в броне, охереть. Уснул? Что ты делаешь? Братюня! Братюнь! Ты куда? Братюнь! Ой, рассыпался, ладно. Ты кто такой вообще? Скелет. Это ты необычный скелет. Ты прям не скелет, ты скелетон какой-то. Так. Красивые у тебя глаза. Очень даже красивые. Так, ладно. Не будем отвлекаться, будем проходить. Ой. Я думал, ты мертв.
чё так выскакиваешь неожиданно? Меня аж напугало. Ладно. Да твою мать! Чё, правда? Я что-то опять протыкал? Да. Блин. Не было сомнений. Конечно, не было! Иди в жопу! Твою мать. Пугает меня тут, пугает. Не, ну это я расслабляюсь просто. Чё, блядь? Ну! Круто, чё? Ебать, копать! Ты сильный. Вампир, хозяин ночи. Ну ладно. Катаном я б тебя порубал. Ну я так думаю, что крипта подходит уже к концу, ибо я уже убил достаточно сильных врагов. Или еще нет? Ты какой-то важный там, кажешься. Все нормально? Все ведь хорошо? Ой, как мне повезло, охереть! Думал, ты на меня сейчас налетишь. Вот ты подонок. Ну-ка. Ага, сюда. Прошу прощения. Меня мучит кашель. Ты. Че ты меня накаляешь? Ладно. Я подозреваю, меня сейчас будут бить. А! Твою мать! А ну! Скотина! А, точно, я вспомнил эту штуку. Это надо вас двигать. Да? Сюда. Да. Все? Ой. И чё?
Подожди, это что? Это древний свиток, что ли? Ты кто такая? Человек по имени. Что значит как ты? Ну да. Они не любят вампиров. Да, ты права. Слушай, девочка, ты как там? Ладно, куда тебе нужно идти? Оу, салютьют? Сирана. Ну, ладно. То есть ты теперь... Да, я правильно понял, ты теперь моя напарница. Ладно. Что ж, Сирана, приятно познакомиться. Пошли. Не люблю напарников. Ой, твою мать. Чё происходит? А-а-а! Пошёл в жопу! А, они лёгкие. Фу! Я думал, гаргули это... Вообще какой-то жопоразрыв будет. Как увидел этих тварей таких. Страшные собаки были. По крайней мере на этом. Ой. В трейлере. Черт. Ни хрена не видно. Вот это говоришь правильный путь? Ну да. Скорее всего. Пошли. Я думаю, он правильный только потому, что сюда указывал указатель. Указывал указатель. Вот я и нет. А! Твою мать, куда я умудряюсь падать? Ты кого призвал? Сирана. О! Убей своего скелета, мать твою! Сирана, дура, призывает как-то говно. Чё там ещё? Иди сюда. Может, именно поэтому я не люблю напарника. Потому что они делают какие-то неполезные вещи. Так. Да? Ну я думаю, этот чувак встанет. И вот эти вот. Да, я прав. Устрой! Блять. Чё, хотел меня обезоружить, скотина? А не получилось, говно! Ибо я под защитой гоп-мода. А? А? Слышу слово силы. Ну, давай. Слово силы. Запас сил. Высасывание жизни. А, это вампирская хрень. Ладно. Ну ладно. Скелет! Ты куда? Да с кем ты там? Сирана, твою мать. Блин, я потерялся вообще, жесть какая-то. Все, забираем все и уходим.
Ху! Эта крипта добита. Правда, с котмодом и без него у меня могли быть огромные проблемы. Но в следующей серии я торжественно обещаю, готмода не будет, буду проходить честно. В следующей серии, я думаю, начнем прямо... Кстати, а куда мне надо идти? Стой. Ладно. Думаю, в следующей серии мы пойдем куда? Что тут? Вести все равно домой. Северная сторожевая крепость. Талма. Давайте сейчас прямо туда. И уже там. Закончим эту серию. Крипта, короче, просто с наставленными врагами. Больше ничего. Никакого сюжета, ничего. Ну там загадка с этими чашами, но подвигал я их, ну ничего. Какие-то вампиры по итогам заточили другую девочку, вампиршу. О, кто? Стой! Что это за место? Кому положено знать, те знают. Иди своей дорогой. Ну ты меня разозлил. Ну ладно. Другой раз. Это накостыляю говно. Другой раз. Когда со мной Сиан не будет, я не хочу, чтобы она видела эту всю кровь. Но пока я с тобой сделаю... Я с тобой что-то вот такое вот сделаю. Ты понял меня? Ты меня понял, говно? Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.